Все началось с того, что жена одного из бойцов бригады прислала посылку специально для детей сирот Алчевска. Приехав в алчевский приют, бойцы увидели совершенно покинутых детей. И вот так спонтанно друзьям пришло в голову сделать для них небольшой праздник. Так 6 девочек и 2 мальчика 80 лет оказались в настоящей сказке в торгово-развлекательном комплексе «Столица», где бойцы «Призрака» устроили для них сеанс мультфильмов и сладкий стол. Общение с детьми, не знающими родительской заботы, произвело неизгладимое впечатление на бойцов. А Алексей Мозговой обсудил с администрацией кинотеатра возможность сделать такие мероприятия постоянными, составить график благотворительных сеансов в кинотеатре и охватить вниманием по возможности другие приюты и детей, о которых некому позаботиться. Ведь даже в наше тяжелое время можно начинать с малого возрождать добрые традиции воспитания подрастающего поколения настоящими людьми.